Возгорание произошло днем. Пожарные прибыли на место события в течение 8 минут. Обнаружили очаг пожара в квартире на третьем этаже, после чего взломали дверь и ликвидировали горение. В ходе тушения сотрудники службы спасения нашли труп мужчины. Погибший гражданин, уроженец города Люберцы, 1921 года рождения. Мужчина являлся курящим человеком. По предварительным данным, причиной пожара является непотушенная сигарета. В помещении выгорела площадь 3 квадратных метра, постельные принадлежности и кровать, которые и являлись очагом возгорания. На данный момент причина смерти устанавливается. Причина пожара также устанавливается. Сотрудники пожарной службы напоминают, что, обнаружив огонь, дым или запах гари, необходимо немедленно вызвать пожарную помощь и не поддаваться панике. Важно помнить, что соблюдение мер безопасности поможет спасти вашу жизнь.